В Орловском краеведческом музее открылась выставка «Волшебной кисти» Елизаветы Бем. Это одна из самых самобытных художниц на рубеже 19-20 веков. Основная тема ее творчества – дети. В экспозиции представлены винтажные открытки, иллюстрации старинных книг, выпущенных в Париже, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке. В конце 19 века Елизавета Меркурьевна начинает увлекаться изготовлением стеклянной посуды. Случилось после того, как она приехала в Орловскую губернию на мальцевские заводы, где директором завода был ее родной брат Александр. Она делала формы для посуды, ориентируясь на старые предметы, на братины, чарки, ковши, и придумала также рисунки для эмалей. Выставка работ Елизаветы Бем будет работать до 25 августа.